Новичок яблочного онлайн-магазина Grim представляет собой платформер с элементами аркады. Линейно катим навстречу приключениям, побеждая врагов. Главный персонаж игры – малыш, которого забыли в коляске на вокзале. Из-за невнимательности родителей ему придется проехаться на своей чудо-коляске по нескольким уровням. Управлять оригинальным транспортным средством необходимо с помощью акселерометра iPhone, а внизу экрана есть кнопочки прыжка и экстренного торможения. Время от времени малышу придется выпрыгивать из коляски, чтобы помочь разобраться с пьяницами, встречающимися на его пути, или преодолеть некоторые препятствия. Grim от разработчиков из Roblox Studios – тот самый глоток свежего воздуха, которого иногда так не хватает мобильному App Store. Любителям мрачных сцен и загробного голоса фильмов Тима Бёртона качать однозначно.